Добрый день. Сейчас я хочу вам рассказать о караоке колонке на аккумуляторах мобильной. Я ее буду называть Jux 66BT. Как вы поняли из названия, у нее есть Bluetooth, то, что нужно для переносной караоке колонки. В комплект непосредственно входит само устройство. Как вы видите, интересный дизайн с оранжевой вставочкой. Пластик достаточно качественный, устройство. Корпус сделан хорошо, качественно. Очень хочется отметить, что настроечки все выполнены аккуратно, ничто нигде не люфтит, все хорошо нажимается с характерным звуком. В комплект также входят инструкции с понятными схемами по управлению, дистанционный пульт, провод AUX и провод питания и зарядки для колонки. Два довольно-таки стандартных микрофона. О них мы поговорим тоже позже. Удобный ремешок для переноски. Эта колонка имеет интересный дизайн для переносного устройства. Он слегка напоминает классический дизайн для переносных радиоприемников и однокассетных магнитол. Тем не менее, здесь используется Bluetooth, и также вы можете прослушать вашу любимую музыку, используя флеш-карту USB. Радиоприемник, чтобы включить и улучшить прием, есть телескопическая антенна, кнопка включения. На экране отображается тот режим работы, в котором она сейчас есть. Режимы переключаются кнопкой мод. Что имеется у нас на панельке? Как вы видели, это у нас кнопка включения-выключения, порт для зарядки ваших устройств мобильных от аккумулятора самой колонки, USB разъем для флешки, также есть разъем для TF-карты. Вы можете их использовать для записи вашего исполнения, либо для прослушивания любимых композиций, используя встроенный плеер. Есть вход AUX для проводного соединения, также два разных микрофонных подключения, переключения между микрофонами, настройка громкости микрофона, настройка эхо, увеличение, уменьшение басов и средних частот. У нас есть программируемый радиоприемник, управление вашим MP3-плеером. Кстати говоря, вот кнопка REC – это запись вашего исполнения в дальнейшем, если вы на микрофон что-то будете исполнять песню какую-то, то можно просто нажать REC, она запишет на USB-флешку, либо на ту карту, которая у вас вставлена, устройство.